повара отметили свой профессиональный праздник. По этому случаю в Ангарском техникуме общественного питания и торговли педагоги и студенты организовали традиционную кулинарную выставку. Кулинары удивляли жюри праздничными блюдами, десертами, а также съедобными скульптурами. Так называемый карвинг – резьба по фруктам и овощам – пользуется у начинающих поваров большой популярностью. К слову, в этом году техникум отмечает свой юбилей. То есть 30-е училище было основано в 1973 году. Сегодня техникум празднует 45-летие. Изначально это учебное заведение выковало кадры для торговли и общественного питания. Наше учебное заведение подготовило более 15 тысяч выпускников по данным профессиям. В этот же день Ангарский техникум стал площадкой для профессиональной стажировки преподавателей со всей Иркутской области. Мастера поварского дела продемонстрировали свои умения и обменялись опытом.